Нет универсальных диет. Завтрак полезен не всем. Запрет на еду после 18 – нонсенс. Даже пить 2 литра воды в сутки полезно не всем. Доктор ответит на все ваши вопросы. О правильном питании поговорим в программе «Звоните доктору» с главным диетологом Минздрава Самарской области Ольгой Сазоновой. Программа «Звоните доктору». Смотрите 21 декабря в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.